Ассаламу алейкум, курметте курмендер, в эфире новости на Первом Карагандинском. В студии для вас работает Александр Крылов. Коммунальщики отказываются принимать жалобы от жителей 324 квартир. В многоэтажках по адресу Шахтеров 31 накопилось множество проблем. В Караганде прошел конкурс «Мир глазами карагандинцев», посвященный Дню единства народов Казахстана. Мероприятие организовала туристическая фирма «Карлыгаш». 18 мая областному историко-краеведческому музею исполнилось 80 лет. Прошло более 5 лет с тех пор, как Валютранзитбанк объявил о своем банкротстве. Однако до сих пор интерес общественности к делам, связанным с банком, не угасает. О наиболее резонансных делах рассказали в суде Казбекбийского района. Ликвидационная комиссия Валютранзитбанка, производящая расчет с кредиторами и работу с должниками банка, продолжает свою деятельность. Большое количество исков, рассматриваемых судов Казбекбийского района, связано со взысканием задолженности по договорам банковского займа. Бывает такое, когда ответчики оспаривают получение им банковских займов в Валютранзите, считая свои подписи на платежных документах недействительными. Проводя судебно-почерковедческую экспертизу, выясняется, что подписи ставят неустановленные лица, а это значит, ответчик банковский займ действительно не получал. Очень много на заочном производстве рассматривается без участия ответчиков. Вот их участие вот где-то вот и для них хорошо, и для нас по обоснованности самих решений, потому что мы догадываться, он подавал, не он подавал, как бы сложно. Вот такие моменты имеют. 27 лет назад все взрослое население тогда еще существовавшего Советского Союза было возмущено событием. Тогда вступил в силу указ Президиума Верховного Совета об усилении борьбы с пьянством. Этот указ впоследствии вошел в историю как сухой закон. Тогда люди действительно стали меньше пить, продолжительность жизни увеличилась, а здоровье улучшилось. Как сейчас обстоят дела с пьянством в нашей области, выясняла Ирина Камышова. 17 мая 1985 года в газете «Правда» был опубликован и вступил в силу указ Президиума Верховного Совета СССР об усилении борьбы с пьянством. Этот указ впоследствии вошел в историю как сухой закон. Тогда люди действительно стали пить меньше, продолжительность жизни увеличилась, а здоровье улучшилось. Но наравне с этим в стране расцвели самогоноварение и продажа поддельной водки. Пенсионеры и алкоголезависимые люди готовы были пить все, что пахнет спиртом. Также считается, что это постановление сыграло заметную роль в развале и обнищании когда-то великого государства Союза Советских Социалистических Республик. Употреблять алкогольные напитки или нет – вопрос психологический. Если человек морально состоятельный, то он всегда может остановиться, знать меру. Злоупотреблять алкоголем может лишь слабый, психически неустойчивый человек. Сеня, ты уже дошел до кондиции? До какой? До нужной? Нет. Тогда еще пойдемте. Что касается Карагандинской области, то сейчас заболеваемость наркопатологией возросла на 16%. И с каждым годом количество алкоголезависимых увеличивается. В первую очередь, конечно, страдает центральная нервная система. И вся, весь организм, все системы, все органы под токсическим влиянием алкоголя страдают. Это может привести, так и по, с медицинской точки зрения, конечно, это все системы, все хронические заболевания на фоне токсического влияния алкоголя. С юридической точки зрения, с социальной точки зрения, конечно, это все приводит к такому огромной трагедии. Это, если вот смотреть с социальной точки зрения, это разводы, развал семьи и так далее, разные преступления на фоне алкоголизма. На сегодняшний день на учете у наркологов состоит почти 20 тысяч карагандинцев, из них более 200 детей и подростков. Цифры устрашающие. Чтобы как-то решить данную проблему, в Казахстане постоянно проводится профилактика пьянства и алкоголизма. Финансируются различные программы, направленные на формирование трезвого образа жизни. Оказывается, помощь семьям людей, страдающих алкоголизмом. Создаются организации, пропагандирующие здоровый образ жизни. Сегодня карагандинцы предлагают свои методы борьбы с алкоголизмом. Ой, ну не пить. Желание человека, больше ничего. Это лично мое мнение. Запреты пробовали, не помогает. Если пить на улице, надо платить, и штраф надо платить. И создайте нормальные условия для людей, для жизни, и тогда будет алкоголизм сам остановится. Понятно? Прежде чем начинать с воспитания в семье и с детства, это как бы приучать, что это плохо. А сейчас, ну, как бы общество и местная реклама говорит, что наоборот, это хорошо. В лечебницу отправляйте, пусть лечатся.
так считаю, больные люди. Запретила бы продажу алкоголя везде. Там какие-то специализированные магазины сделать надо. Конечно, это на уровне государства должно решаться. Это проблема такая, что думают все об этом. Штрафовать? Конечно, если там в непотребном месте, вот на лавочках, пьют так. Вообще нужно сделать сухой закон, чтобы не было этого вообще. Повышение цен, может быть, сдержит. Цены не повысят. Это не сдержит, будут всякую бурду пить. Больше открыть спортивных секций и доступной цены. Добро победит все. Ирина Камышова, Кайрат Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. В Караганде прошел конкурс «Мир глазами карагандинцев», посвященный Дню единства народов Казахстана. Мероприятие организовала туристическая фирма «Карлыгаш» при содействии областного филиала Народной демократической партии «Нур-Отан». Как прошла выставка и чем она порадовала карагандинцев, в материале Анель Шелкабек. Самые счастливые моменты путешествий в разные страны мира навсегда остались не только в памяти туристов, но и на снимках, украсивших фойе Академического театра «Мускомедия». В преддверии летних отпусков и каникул туристы нашей области собираются уже шестой раз, чтобы снова вспомнить и погрузиться в атмосферу незабываемых впечатлений. Общеизвестно, что туризм для многих стран является главной статьей дохода. Огромный опыт в этом бизнесе накоплен и у процветающей турфирмы «Карлыгаш», которая работает на туристическом рынке с 92-го года. В нее входят и гостиницы, и дома отдыха, и санатории, и просто путешествия по планете. Понимаете, мы эту выставку проводим, приурочим всегда к какому-то празднику. Вот уже третий год мы приурочим к празднику Дню единства народов Казахстана. Просто хотим, чтобы люди перед сезоном еще раз вспомнили прошлый отпуск. Вы знаете, желающих все больше, фотографии все больше, качество улучшается. А призы очень хорошие. Призы – это путевки за границу, это холодильники, телевизоры, бытовая техника и так дальше. 20 лет назад, когда страна отмечала первую годовщину своей независимости, туристическая фирма «Карлыгаш» отправляла путешествия за границу первых клиентов. В начале 90-х многое было впервые. Первые шаги Казахстана к стабильности и процветанию и первые попытки граждан нового государства открыть для себя все многообразие мира. За годы многое изменилось и за рубежом, говорят главные вдохновители выставки – туристы. Одна из них – Рахима Кеманова. На выставке она участвует впервые. И за 17 лет работы с турфирмой «Карлыгаш» успела побывать в Дрездене, США, Турции, Чехии по нескольку раз. Дубаи 2010 года – это совершенно другие Дубаи. Это изменение невероятное. Поэтому те фотографии 95-98, когда я была, и 2010 года показывают невероятные изменения в этой столице. А в Соединенных Штатах Америки это, конечно, Гранд Каньон, который, где река Колорадо как ниточка идет в штате Аризона. Это, конечно, Лос-Анджелес, где мы тоже свои пальцы поставили на ладонь звезд Голливуда. Поэтому все, что есть интересного, мы все это привозим и показываем карагандинцам. Условия конкурса очень просты. Оформляешь путевку, отдыхаешь, приносишь фотографии размером А4 и выигрываешь приз. Но непрост был выбор перед членами жюри. Фотоснимков, на которых замерли прекраснейшие мгновения жизни участников конкурса, свыше 1000. На каждом снимке туристы оставили частичку себя, а потому каждая фотография по-своему прекрасна и уникальна. С несколькими такими фотографиями поделилась и пенсионерка Михальченко Элла, которая пользуется услугами турфирмы уже 19 лет. Она пока не знает, что уйдет домой с телевизором. Ездила в Болгарию от них, ездили в Анталию, ездили трижды в Эмираты, на Кипр. Очень доброжелательные, хорошие девочки, всегда встречают с открытой душой, как говорится, и во всем помогают. Активно поддержали фотовыставку областной филиал партии «Нур-Отан». Желая дальнейшего процветания фирмы, первый заместитель председателя партии добавляет, что в первую очередь надо развивать внутренний туристический бизнес. Ведь достопримечательностей хватает не только за рубежом, но и у нас на родине, в том числе и в Карагандинской области. Здесь нельзя не отметить красоту Каркаралинска. Также всем желающим маршруты экологического туризма предлагают
предлагает и Актугайский, и Улутауский район. Основная задача этого конкурса – как можно больше людей отдыхало, чтобы уделяли внимание своему отдыху, отдыху своих детей. И, наверное, увидев конкурс «Красивые места», многие, естественно, желают поехать туда. Ну и самое главное, наверное, это солидарная ответственность каждого за свое здоровье. Каждый должен думать сейчас о своем здоровье. То есть именно в летнее время хорошо отдохнуть. И в течение года, естественно, оздоравливаются сами родители, оздоравливают своих детей. И я думаю, вот в течение года они уже потом с оптимизмом замечательно уже работают у себя. Туристов награждали по 17 номинациям. Всего 60 подарков ждали своих хозяев за кулисами. Это бытовая техника, путевка на двоих за границу и многое другое. Вместе с турфирмой «Карлгаш» очередную туристическую выставку, а самое главное, лето 2013-го с нетерпением ждут все карагандинцы. Ведь это так здорово — забыть на время о своих проблемах, снова почувствовать теплое дыхание лета. Анна Шелкарбек, Сергей Высоковцев, Евгений Афанасьев. Первое карагандинские. Мы продолжаем наш выпуск. 18 мая областному историко-краеведческому музею исполнилось 80 лет. В рамках празднования этой знаменательной даты состоялся областной музейный праздник под названием «Ожившие страницы истории». Продолжит наш корреспондент. На площади музея было показано театрализованное представление из истории Куандинской ярмарки на территории Центрального Казахстана, которое имело огромное значение в экономической и культурной жизни казахского народа. Также на музейном празднике были представлены экспонаты декоративно-прикладного искусства современных мастеров. На Куандинской ярмарке почиталось выступление народных исполнителей, декоративно-прикладное искусство ремесленников, кузнецов и коробейников. А также имело огромное значение национальная кухня и национальные игры «Казахшакуле», «Саркан-Тарту» и другие. Самое интересное, что все пришедшие также могут поучаствовать в конкурсах. Областной музейный праздник «Ожившие истории в музее» проводился в рамках реализации государственной программы «Культурное наследие» с целью внедрения инновационных методов работы для пропаганды фондовых коллекций музеев области. Куандинская ярмарка существовала на территории Центрального Казахстана, была в свое время ярчайшим событием для населения вообще Центрального Казахстана, явилось событием не только в культурной жизни, не только в торговле, но и в экономической. То есть благодаря Куандинской ярмарке начался подъем, экономический подъем Центрального Казахстана вообще. Данное мероприятие проводится со всеми музеями, областями вообще вместе. Каждый представляет свой проект, это будет потом оцениваться нашим жюри. По словам организаторов, цель музейного праздника – сохранение исторического прошлого и развитие культурного наследия народов, проживающих в крае. На празднование были приглашены представители аппарата Акима области, представители управления культуры, вузов, общественные деятели, студенты вузов и колледжей. Мирамгуль Салкимбаева, Сергей Высокосов, Евгений Афанасьев, Первый карагандинский. Нравственно-патриотическое воспитание детей – одно из приоритетных направлений в дошкольном образовании. С каждым годом тема любви к родине является основой занятий в детских садах нашей области. А специалисты и воспитатели дошкольных учреждений раз в год организуют семинары на данную тематику и обмениваются опытом на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Это воспитанники детского сада Айгулек. Уже с самого раннего возраста они знают про свою родину все, начиная с государственной символики, заканчивая обычаями и традициями казахского народа. Такими познаниями дети обладают благодаря специальным занятиям по нравственно-патриотическому воспитанию, которые проводятся в этом детском саду. Каждый год сюда съезжаются педагоги со всех дошкольных учреждений города, чтобы поучиться и набраться опыта, каким образом необходимо проводить подобные занятия. Педагоги детского сада Айгулек достаточно на высоком уровне проявляют себя и в процессе ежедневной работы. Здесь воспитатели будут показывать первые категории. Это достаточно высокий уровень профессионального мастерства педагогов, и они хорошие результаты очень дают, которые потом отражаются уже в школе. Они ведут постоянный мониторинг детей, которые приходят в школу. В ходе мероприятия дети в игровой форме выражали любовь к родине, пели казахские песни, исполняли народные танцы. Сегодня с малых лет стараются воспитывать детей в патриотическом духе, поскольку будущее страны в руках этих маленьких казахстанцев. А после того, как они просмотрят занятия, у нас будет обязательно обсуждение.
что им понравилось, какие моменты были интересны, что они возьмут в свою работу, что они будут потом использовать в своих детских садах в работе с такими же детками-дошкольниками. Ирина Камышова, Тулиген Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Когда-то многие великие режиссеры начинали с короткометражного кино. Сейчас показать свою историю в коротком метре стало занятием модным. Фестивали как официального, так и неофициального характера проводятся повсеместно. И зачастую из молодых режиссеров вырастают настоящие таланты от кино. Фестиваль короткометражных экшн-фильмов «Астана», проходящий уже третий год в столице Казахстана, может оказаться хорошим стартом для любого начинающего автора сценария, мультипликатора, режиссера и всех подобных творческих профессий. Конкурсная программа и количество номинаций в фестивале позволяют показать все многогранные таланты как любителя, так и профессионала. Инициатором и автором этого кинофорума является известный казахстанский режиссер, уже сделавший себе имя в мировом кино, Тимур Бекмамбетов. Более того, в качестве жюри на фестивале будут присутствовать Гай Ричи, Дэвид Стэттем и другие звезды мировой режиссуры. Наш город также не отстает от участия в конкурсе мирового масштаба и представляет свои киноработы. Молодой начинающий сценарист и режиссер Максим Бежина решил представить на всю жюри фестиваля экшн-фильмов «Астана» свою работу. Называется она «Нон-стоп». Мы хотели в этом сюжете нести какую-то нотку любви, чтобы и какую-то мораль. Мораль фильма такова, что в борьбе за богатство не упусти прекрасное. То есть часто люди очень сильно много работают и не обращают на свою личную жизнь, вообще на жизнь, забывают про все. У них в голове только карьера, деньги, рост в будущее и как-то так. И они забывают о самом важном, о жизни. Все работы конкурсантов выставлены на всеобщее обозрение в сети интернет на официальном сайте кинофестиваля «Астана». И только с помощью ваших голосов будет определяться его положение в списке конкурсантов. Так что все желающие посмотреть и проголосовать за киноработу из нашего города просим посетить официальную страницу кинофестиваля в интернете, адрес которой вы видите на экране. Этот проект, на который было затрачено много сил, мог и не появиться в конкурсной сетке фестиваля, потому как в самый последний момент сервер был закрыт. А так как вся пересылка фильма осуществляется по интернету, то и надежды на участие в конкурсе чуть было не рухнули. Я находился в время в Астане. Мне ребята по интернету переслали фильм. Я только там начал загружать его без 15:12, а срок заканчивается 15 мая в 12. И получается, фильм загрузился до 55% и сервер закрылся. Естественно, возникла паника и бесконечные телефонные звонки по всем лицам, организующим фестиваль. Но, к счастью, Максим оказался не одним из таких опоздавших, и своего рода свершилось чудо. Мне прислали письмо, что Максим, возможно, мы сервер откроем завтра. Слово «возможно» меня напугало, но в 3 часа я зашел на сайт и увидел, что продлили до 19 мая прогрузку. Счастья не было предела. Ну и, собственно, обращение самого конкурсанта ко всем зрителям о помощи в голосовании. Большая просьба всех карагандинцев поддержать наш фильм, проголосовать, поставить 5 звездочек, потому что нам это очень нужно для победы. И, конечно же, если в будущем у нас что-то получится, мы не забудем про наш город. Александр Кулов, Кайрат Рашитов, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский. Ну что ж, на этом наш выпуск подошел к концу. Помните, если у вас есть интересная информация, вы хотите поделиться, телефон нашей редакции остается прежним – 420649. Также оставляйте свои комментарии, отзывы и пожелания на нашем сайте, адрес которого сейчас видите у себя на экране. На этом у меня все. Всего доброго. Сау Болуңуздар.